Парк Шевченко субботним вечером. Как он выглядит? Народу уже достаточно много собралось. Лавочки все заняты. Вот какой-то освежитель. С водой от жары. Здесь можно прокатиться на велосипеде. Там есть велопрокат такой небольшой. Вот цветник. Там торговые ряды с едой и напитками. Кофейные киоски. Университет. Закрытый на карантин 4-й месяц. Ближе к Льва Толстого там сидят шахматисты, играют. Вот за тем фонтаном справа. Пенсионеры местные, гроссмейстеры. А вот здесь прямо ближе к Терещенковской, вдоль нее. Это детская площадка, по-новому обустроенная. Во время карантина она была вся заклеена лентами, да нельзя было вообще проходить. Помню, даже кого-то там штрафовали или пытались выгнать. Здесь достаточное количество народу. Такие маленькие скульптуры животных для детей, качели. Вот здесь детей катают на пони. Ну, такие вот пони. Поменьше, побольше. Ну и машинки детские. Вот такая вот лавочка в виде качели. Гамак. Да, гамак. Тут кафешка, но она очень дорогая. Дороже, чем дорогие рестораны. Для туристов. Да, в основном. Накорми. Вот, а здесь уже выход с парка Шевченко. Вот такой вот небольшой уютный парк.